Всем приветик, дорогие друзья, с вами Рао ТВ. Сегодня мы опять же продолжаем играть в ваши уровни. Я же даже прямо голенький тут сижу, ну потому что нужно как-то стирать все-таки свои вещи хоть когда-то, да, дорогие друзья. Поэтому я тут прямо в труханах, прямо только встал, прямо для ГД. Даже вообще чисто встал. Дьявол сорвал, побежал, микрофон, камера, мотор, снимаем! Рау ТВ, это Geometry Dash, продолжаем приходить в ваши уровни, вы очень много уровней продолжили в Дискорде, и даже продолжили в комментариях, я вроде как все уровни нашел, если нашел, то обязательно пишите еще раз. Также хотел бы перед вступлением, перед прохождением, сказать о том, что обязательно пишите ID-шник вашего уровня, чтобы я не нашел другой уровень, потому что некоторые в комментариях писали, что уровень это не мой, пройдет. Иди другой и ищи по названию. Я не хочу искать по названию уровня. Если вы какой-то уровень предложили, то предлагайте именно ID-шник, потому что я, может, опять пройду другой уровень. То есть, понимаете, я не могу понять именно, какой левел нужно именно проходить. Обязательно пишите ID-шник. Это гарантированный способ, это несложно, это гарантированный способ прохождения. В этом нет ничего такого. Поэтому мы начинаем. Все. Первый уровень, да. У нас от Андрея Телепнёва, называется он Wave Gameplay. Я тут зашел в монетку Wave на Binance, я так зарабатываю, на криптовалюте, если что, могу помочь, там, ну, пишите, понимаете, да, дорогие друзья, все для подписчиков, даже материальная помощь, как-никак. Я вам покажу, как это делается, так что просто напишите мне ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Ха-ха! Вот такая вот мини-реклама. Wave Gameplay, так вот. Значит, проверяет нам этот уровень Андрей Телепнёв, как я понял. Все верно, да. И он предложил очень много уровней. Андрей Телепнёв, спасибо тебе за то, что предлагаешь много уровней. Ты просто продвигаешь наше прохождение Геймплей. Также хочу сказать еще перед началом прохождения данного уровня, еще забыл кое-что вам добавить. Слишком тут много тараторин, информация важная. Пока что не будет просмотров на видеоролик, потому что моя рекламная кампания сдулась. Я попытаюсь сделать все, что могу, но, к сожалению, возможно, просмотров не будет. Но я бы хотел, чтобы видосы прокручивались хоть как-нибудь для кого не будет. Так что, дорогие друзья, если вам не сложно, сделайте репост. Также вы можете принять участие в конкурсе, которого, наверное, скорее всего, для Geometry Dash пока что не буду, потому что, ну, это пиздец, как долго, как вы понимаете, да, мы проходим, как бы, все дела. А, в общем, давайте, я слишком долго пизжу, давайте мы начнем все-таки Wave Gameplay. Так, опять же челлендж, как я понял, да, какой-то? Так, надо подпрыгнуть. Блять, стрелочка быстренько такая. Ой, блять. Ну-ка. Блять, я ощущаю себя космонавтом каким-то, когда играю в этот уровень. Так, ладно, давай-ка. Гагарин, полетел давай, блять. А почему он, типа, врезается в ободочек унитаза? Непонятно. Блять, ну практически... Блять, тут надо по... Ритм. Тут есть же ритм, точняк, блять. Ритм, не... Вот, блять, ну-ка. Блять, ну... Да, блять, ну почти же, дурачок ты. Блять, ну вы смотрите, я... Да, блять, ну почти я... Да почти же, сука, блять, у меня мурашки пошли по коже от такого уровня, ну-ка. Бля, ну ё-моё, музон-то раскачивается, вы видите, да? Сука. Да ёбаный, ну... Бля, почти прошел, ну, смотрите. Бля, мне так нравится, ну-ка. Бля, мне нравится, но я вряд ли пройду, конечно. Бля, там вниз надо, все. Тут надо по музыке. По музыке надо. Да? Ну-ка. Блять. Да ёб твою. Сука, ну интересно же, интересно играть в этот уровень. Мне нравится, типа, зритель мне молодец. Так, ну ладно, давайте практики. Я думаю, просто не пройду долго именно конкретно. Ну, быстро не пройду долго, да. Опа. Законифорился. Бля, что-то прибал музыка очень громко, что-то не нужно. Тут прикольно под музыку, если так нормально проходишь, блядь. Это прикольно выглядит на самом деле. Типа, это опять же челлендж. Я люблю челленджи, вот мне нравится почему-то, я не знаю почему, мне нравятся даже сложные челленджи, в принципе. Так, ну-ка. Вау, прикольно сделано. Еще музыка прикольная, ну-ка. Да ё-моё. Да блять. Так. Так. Бля, музыки почти не слышно, так неинтересно. Половину только прошел. Да блять, где там? Сука, где там? Я не понимаю. Так, ну продолжай, ну-ка. Смотрите, тут вообще даже без порталов, я вижу. А вылететь можно? Там сверху дырка какая-то, да?
Блять. Так, нормально, нормально, проходим. Что там написано, ну-ка? Ток, что-то какой-то ток. Торк, торкнул, торкет, 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 торкет. Бля, почти. Почти, торк. А, это тот, кто сделал уровень, все, я помню, ну-ка. Да, блядь, ну давай, чуть-чуть осталось, долети уже. Так, надо... Вот это музон, вот это я понимаю. Андрей Длебнев, молодец, справился на 5 с плюсом, поэтому поставлю лайк, конечно же, уровень. Могу сказать, что он не хардер, инсейн такой. Но не демон уже точно, я думаю, скорее всего, инсейн. Вот так вот, да, можно сказать, что такой уровень. Прикольный уровень, мне нравятся челленджи, но со стрелочкой. Мне, правда, больше нравятся челленджи, знаешь, с кубиком. Вот там, типа, вот как вот у нас было в прошлом выпуске. Джамп, супер джамп, такие прикольные, простые челленджи. Они мне нравятся, они кайфовые, но это тоже было неплохой. Музяка идеально подобрана, в принципе, Андрей Длебнев. Я считаю, что этот уровень удался. Спасибо за предложение. Мы переходим дальше. Следующий уровень нам продвигает человек с никнеймом Маркун. И называется уровень Cold Sweet Auto. Вроде как мы проходили этот уровень, но мне кажется, это мне только кажется так. На самом деле, может быть, проходили. Песня называется More Stitches. More Stitches? Да, я не знаю, что такое Stitches. Первый раз слышу, знаю, такой Stitch есть. Персонаж из диснеевского мультика. Ой, зачем я лайк поставил? Я же еще не прошел уровень. Ну да ладно. Может быть, он удастся. Он же авто. Давайте попробуем проверить, что за такой свеженький свит, или как он там называется. Свежая конфетка авто. Ну, не свежая, а такая cold. Ну, блять, ну поняли. Жесткие басы, хочу сказать. Так. Чел зашел обменять свои доллары. Он решил, что не буду я тут. Мне нужен рубль. Плохая ситуация сейчас на данный момент. Мне нужен рубль. Дорогие друзья, я пришел в свою каморку. Я нашел там банкомат. Я решил снять все свои доллары, мой друг. Только рубль, я скажу тебе. Только рубль поможет нам сейчас. Мы находимся в России, здесь есть рубль, долларов нема. Евро, доллары и прочие валюты. Это грязные деньги, как там это говорю, Жириновский. Вроде, ладно, не буду педалировать эту тему. Ладно, давайте продолжим про... про деньги. Мэн пришел в торговый центр. Он решил найти банкомат. Там решил обменять доллары на рубли, чтоб жилось норм. Прикольный левел, я хочу сказать тебе, Маркун. Много всяких разнообразных вещей здесь. Вау, вау, эффекты, дорогой мой друг. RGB, подсветка и свечение. Я нашел плохое вещество на валютной паре доллар, и у меня перед глазами все плывет, дорогой друг, потому что там оказалось что-то плохое. Вот. Там кто-то что-то говорит, но я не могу понять. Бля, прикольно сделал. Что-то мне напоминает этот уровень, вроде мы проходили что-то похожее, там где слишком все вот так вот туда-сюда. Ну сколько там, сколько он снял денег? Сколько он там снял денег? Он решил снять доллары и перевести их в рубли. Получил много рублей, дорогой друг. Потом все снял и купил себе хату. Тун-тун-тун-тун. Разъебываем хейтеров. Ладно, музон прикольный. Ну, что-то такое придумал про какие-то бумаги, там что-то про доллар, что-то там про политику заговорил. Это было лишнее немного, так что... Ну, прикольный уровень, так немного разнообразил мою жизнь. И вот эти вот эффекты, вот, кстати, вот необычная фишка уровня, то, что там все плавно такое двигается туда-сюда. RGB горит, это я вот такой, ну, мне нравится. Я просто люблю красивые вещи. Я, понимаете, я люблю девушек. Я люблю, типа, RGB, и мне это нравится, но много не надо, понимаете? Много не надо. То есть есть вот какая-то часть, много не надо. Много не надо. Зачем много? Чё? Все нормально в меру. Поэтому твой уровень хороший, Маркун. Спасибо за предложение. Выпьем за тебя даже, я хочу сказать. Свежая вода. Свежее дыхание очищает понимание. А мы продолжаем.
Следующий уровень предлагает нам Арсюха ТВ, он же администратор сервера Discord, моего администратора сервера Discord, да, поэтому приходите по ссылочке в Discord сервер, там могут быть просто какие-то важные вещи, или просто вы можете там предложить тоже уровень. В принципе, просто вступайте туда, вдруг, если что-то важное будет, я туда сообщу. Не обязательно общаться, там, в принципе, мы не особо общаемся, но просто пускай у вас будет. Уровень называется Stranwell Ledger Auto. Арсюха ТВ говорит, что нужно обязательно выключить LDM, но тут, в принципе, его и нету, снизу кнопки даже. И сказал, что мне обязательно понравится задумка этого уровня, и сделал, как мы видим, Арсюха сам. Так что давайте посмотрим, что за автоуровень, что за задумочка. Авто от Арсюхи. Песню мы такую уже слышали, я помню ее. Ха-ха. Типа лунная походка. Кстати, я умею так делать. Так, а мы такое уже где-то видели, но мини-гейм 1.1 это прикольно. Забавно, да, реально, задумка интересная. И где-то мы уже встречали такую вот заднюю лунную походку, но в таком обличии вроде не видели. То есть тут именно, смотрите, Арсюха этого показывает, что на месте вроде бы, да, фигурка, но что-то происходит, да? То есть необычно глазу видеть то, что происходит в этом уровне. Вот так вот. Мы привыкли все к обычному уровню Geometry Dash, таким, что кто-то бежит, что-то происходит, а тут фигать в другую сторону, да? Прикольно. Вот, необычная фигура показывает нам уровень. Что дальше? Так, 2.1 уровень. Это мне напоминает кое-что про Марио. Там тоже были такие же уровни, 2.1. И, кстати, я хотел кое-что вам сказать. Я скажу это в конце уровня. Вот, когда мы пройдем его. Прикольно сделан левел, вообще прикольно. Вот, еще и музыку, конечно, сделали. Вот, такую заманивающую. Охренеть. Вот, мне нравится вот эта вот идея, как раз, когда он лунную походку делает. Прикольно выглядит. Необычно, опять же. Стрелочки. Автоуровень. Спасибо, Арсюха, то, что сделал автоуровень. Кстати, это он реально сделал, поэтому... Все оставим лайки, пацаны, кто смотрит. Вот. Шипы, я такой сразу переместился. Думал, сейчас умру. Подъемочка, не морщая. Музыка какая-то, знаете, такая интересная, необычная. Но она не то, чтобы качает, но она как-то необычно так переносится. И мне почему-то это напомнило игру... Или как это называется? Там тоже такие песни похожие были. Вот, или же I Wanna Be The Boss, уровень с гравитацией. Там такая же похожая песня была. По мотивам, конечно. Какой-то такой фьючер, что-то такое. Так, перемещаются у нас эти вещи. GG made by Les Payne Sao Cho. И смайлик. Прикольный никнейм. Ну, в принципе, смотрите, мы в этом уровне увидели довольно много всяких таких необычных вещей, перемещающиеся фигуры, перемещающиеся вещи, лунная походка от кубика, а также порталы. И вот, что мне больше понравилось, я не знаю почему, система левелов. 1-1, 1-2-2-1, вот это вот все понятно. И я подумал, а почему бы в Geometry Dash не придумать Марио? То есть, типа... Полноценная игра. Вы же понимаете, что картинка Марио, вот сама картинка Марио, блять. Вот если вы зафоткаете, скриншот сделаете Марио, она будет весить больше, чем сама игра. Поэтому я думаю, что встроить уровень в Geometry Dash сюда, Марио, это будет довольно, ну, как бы, возможно, я думаю, скорее всего. Потому что только одна песня 5 мегабайт тут весь. И то есть вы представляете, вы играете, вы управляете кубиком. Лунная походка назад... Вперед обычные перемещения кубика. Вы можете проходить в уровне 1-1, 1-2. Все так же, как в оригинальном Марио. Блять, это было бы охуенно. Дорогие друзья, если кто-то найдет такой уровень и создаст его, действительно, глубочайший поклон, я хочу сказать. Это реально респектос. Вот, мне нравятся именно необычные задумки. И Арсюха ТВ своими уровнями дает идеи для таких уровней. То есть, понимаете, уровни не порождают идеи. Один уровень порождает другие идеи и так далее, 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 далее. Geometry Dash, он как бы растет таким образом. Спасибо за продолжение Шут ТВ. Мы продолжаем. Следующий уровень называется Consistence Challenge. Challenge, буква G немного не влезла. Называется консистенциальный челлендж. Или что-то в этом, да, так или концентрированный, хуй знает. Предлагает нам этот уровень Андрей Телепнев. Песня называется Dimension. И замерение. Давайте посмотрим. Песня такая у меня уже есть. И давайте, мне интересно даже. Вау, опять же челлендж, только уже тарелочка со стрелочкой, блядь. Ну ё-моё, ну Андрей
Телепнёв. Смотрите, он предлагает все более сложные челленджи, я хочу сказать. Так, ну это я вряд ли проведу, да, я так понял. Тут надо еще, тут и стрелочку надо нажимать, блядь, это пиздец, конечно. Ну-ка, если... Так, а если... А если в одну, да? Ну-ка. А, тут никак. Бля, погоди, а как тут, ну-ка? А как тут и то, и другое, как тут, блядь, это вообще жестко. Как тут и то, и другое, ну-ка. Бля, ну клип что ли включать, блядь, это жестко. Я думаю, даже мы в практике это не пройдем. Ну-ка, давайте пройдем практику. Да, мы даже практику-то не пройдем. Бля, интересно. А как тарелочку еще, типа, сделать, чтобы она наверх? Это кто так умеет-то, блядь, я хочу сказать. Давайте мы включим ноуклип. Я думаю, для таких вещей он как раз и придуман. Ноуклип, 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 где? Эй, ноуклип, ты где? Подойди, пожалуйста, сюда на пару секунд. Подошел, все понял. Так, а то у нас вообще стрелочки нет, смотрите-ка. Так, а две мечи... А, все, это весь челлендж был. Ну, я думаю, я бы не прошел, наверное, скорее всего, потому что это очень трудный уровень. Челлендж очень хардовый, я хочу сказать. Я не поставлю ему оценку, и он демон определенно. Я хочу сказать, что он очень сложный, и даже для меня... Может, кто-то может пройти, но мне как-то показалось, что это слишком трудный уровень, поэтому давайте мы его так мельком глянули. Спасибо, Андрей Телепнев, но такое трудновато как-то немного не в моем стиле немного уровень. Но челлендж именно его... Огонек немного такой зажег в этом плане. Следующий уровень нам предлагает опять же Маркун. И уровень называется «Тусовка». Креветка. Аут. Ну, то есть автор имеется в виду. Опять же вижу «Босс Файт», нашу любимую песню «Endgame». Значит, песня будет довольно классная. И «Тусовка креветка» мне что-то напомнила немного мем, где креветки танцевали с кружкой пива. Что-то такой мемас раньше был, вроде год назад, а может быть даже и полгода назад, хуй те знает. Но что-то такое. Если там будет этот мемас, я буду, конечно, доволен. Но мне интересно глянуть. Что-то песня довольно большая, долго грузит. Давайте как-то побыстрее давай уже грузи, а то я только долго не могу сидеть, как-никак. Так, все загрузили, давайте посмотрим. Может быть, там будет мемас. Ну-ка. Что за тусовка, креветка? Креветки захватят мир! Нихуя себе! Вот это утверждение, я хочу сказать, дорогие друзья. Я к этому не готов. Я не очень люблю морепродукты, я вам хочу сказать, поэтому мне не очень такая перспектива, если честно. Вот, хуя он не может. А где креветки, собственно говоря? Бля, посмотрите, какая графика в этом уровне. Она определенно заслуживает лайк. Welcome to the endgame. Вау, дабстепчик 2014, хорош, ёпте, моя молодость. Ебошит, ебошит, дорогой друг. А где креветки, собственно говоря? Почему креветки захватят мир? Это просто чувак брос сделал такой. Очень LDM-ный уровень, я хочу сказать. Тебе эпилептикам не понравится. Аж даже опять же горло. Так, знаки вопроса. Switch, нихуя себе. Воу, вот она креветочка моя любимая. Да, вот такие вот еще хуяные. Может, у тебя басука, дорогой друг. Тебе надо немного на боевые действия уходить. У нас тут никак-никак игрушка идет. Хуя придумал ардра. Этот, дорогой дружище-то наш автор. Вот Марк, он меня уже начинает удивлять своими левелами. Креветка, ее насадили, смотрите, на вилкос-то, блядь. На вилочку-то насадили, как креветки захват мира, но у нас есть всегда вилка, мы прорвемся, дорогие друзья. Поэтому вы можете не беспокоиться. Ну, сука, я не очень люблю морепродукты, я имею в виду, типа, хавать. Поэтому как-то не люблю я креветочку насаживать на вилок. Хуя он с базуки прям щемал, вы видели это? Прикольный уровень, я хочу сказать. Прямо вот, опять же, все в тему. Все в тему. И креветка, и уровень, и музыка, и задумка, и базука, блядь. Ну вот кто мог ожидать, что у креветки вот базука? Немного на мемас все-таки, я так понял, отвлекло. Но вот обожаю такие уровни, они как-то вот сделаны, вот не доебаться. Вот чтобы так вот все гармонирует, вот, блядь. И слушайте, и сюжет даже не надо придумывать. Все как-то вот происходит, придумано кайфово. Вот это один из кайфовых уровней, хочу сказать. Спасибо, Марк. Конечно же, лайк, это твой уровень, я хочу сказать. Но, типа, за твой предложенный уровень. И это авто, обязательно авто. А мы продолжаем. Следующий уровень нам предлагает Арсюха ТВ. Называется уровень Message.
Massacre Auto, вот так он называется. И песня, написанная под конкретно под этот левел, Massacre Original Mix. Даже интересно, что там за уровень. Артём, что вы говорите, что не надо никого демо, но у нас, в принципе, он у нас выключен, и уровень сделанный после выхода 2.1. 2.1 это, видимо, версия Geometry Dash. Все 2.2 ведут, а 2.1 уже вышло, получается. Да, все верно. Так, давайте посмотрим. А там обновление какое-то, да, в 2.1 было такое необычное, что именно вот конкретно этот уровень можно задать. Смотрите, какие крутые пирамиды сзади. Очень качество. Ну-ка, музыку-то погромче, блядь, Василий-то охуенный сол, походу. Бля, мне нравится. Что-то у нас сегодня хороший музон вообще в выпуске, вы заметили, да? Так, черепушки 2.6. Это что, погибшие на этом уровне, что ли? Двое только пройдут этот лоу, да? Или две мумии заспавнятся? Послушайте песенку, дорогие друзья. Опять же, походу, это уровень, которому не доебаться. Так, 3.6. Это, видимо, черепушки собирать надо. А вдруг это, типа, надо для выхода собрать их? То есть, типа, уровень закончится, пока не завершен. Качает лоу-то, посмотрите, как придуман. Massacre, ебать. Нихуя себе. Вот это прикольно вставили. Джамп. Так, ну это автоуровень, нам не надо прыгать. Вау, вау. Смотрите, как будто мы типа из пирамиды выбираемся. 6 из 6 черепушек собрано, мэн. Дорогой друзья, GG. GG, прикиньте, человек прошел такой авто... Ну не автоуровень, а обычный такой GG. No clip 100%. А, блять, я забыл выключить. Да? Я забыл выключить, блядь, реально. Вот, а чё ноуклип-то, блядь? Это чё это? Он показывает, что у меня ноуклип включен, нихуя себе. Вот, прикольный левел, блядь, необычно, надо немного поубавить. Та-то песня была немного тихая, но охуенная, хочу сказать. Лайк обязательно. Пирамида, авто, это все круто. Я обожаю пирамиды. Я, хоть я ни разу в Египте не был, но мне нравятся загадки пирамиды. Знаете почему? Потому что я когда-то играл в игру под названием Sims 3. С дополнением на время приключений. Там были пирамиды, с тех пор они мне понравились. Такой секрет, это Рау ТВ. Вот, и мне нравится их форма, они крутые. И пирамиды, они везде пиздатые. В Майнкрафте в них есть сокровища. В Sims 3 тоже есть сокровища. Интересные херри. Вот поэтому всегда интересно понаблюдать или что-то в этом духе. Вот, спасибо за уровень такой интересный. Опять же, не доебаться, хочу сказать. Все охуенно. Графон, перемещающие текстуры, задний фон, задумка, и еще вот это ебое, это вообще самое охуенное, что было в уровне. Вот это надо добавлять, это немного подразумевает все ниши нашего общества Geometry Dash, потому что кому-то нравится одно, кому-то другое, но в таком случае весь твой уровень запомнят все, потому что у тебя все охуенно. Спасибо за продолжение, Арсюха ТВ. Мы продолжаем. Следующий уровень, опять же, от Андрея Терпнева, и опять же авто. Что же вы делаете, дорогие друзья, все авто и авто, но это довольно круто. Аэрио Глим. Вроде такой уровень был у нас как-то давным-давно, я что-то помню, песня неизвестная, написано, что даже, блядь, написано, что невозможно получить информацию песни, нихуя себе подтянуть, точнее. Блять, а погоди, а как это вообще? Даже песни-то нет, нихуя. Аэрио Глим. Let's go, man. This is a secret, man. Я, честно говоря, не помню, проходили мы этот уровень или нет, но мы продолжаем делать песню. Видите, что у меня в руках? Сейчас мы затянем еще. Ой, поебай, дорогие друзья. Бля, прикольная тема. Прикольно, вот жалко, песни нет. Мне хочется послушать. Я люблю, вот, очень обидно, некоторые уровни, которые вот сделаны именно круто, но вот песню мы не услышим никакую. Но это, я думаю, исправимо. Ну, типа, то есть, просто тут вообще даже про песню ничего не указано. Я слышал, что у нас в комментариях писали о том, что можно как-то поменять эту песню, то есть, что-то соскачать ее, поменять файлы, но, понимаете, на каждый уровень вы файлы не найдете.
потому что получается, что я выпускаю выпуск, а вы мне уже на готовый уровень кидаете тот или иной файл или что-то в этом духе, да? Но я посмотрю способ, может быть, я ошибаюсь в чем-то. Так, нет, не надо, не надо. Спасибо за продолжение, жалко, что песня, но мне такое ощущение, что мы проходили уже такой уровень, а Ира Углим, что-то такое вроде было. Там была песня, поэтому посмотри-ка, Андрей Чемленов еще в прошлом выпуске, может быть, там был. Мне название знакомо просто. И я думаю, последний сегодня уровень от Маркуна. Он предлагает The X Circles автоуровень. Сегодня твои уровни очень сильно нравятся, Маркун. Ты красавчик, реально предлагаешь хорошее. Песня называется The Future Is Now. Будущее уже наступило. Вот, интересно, интересно. Опять же, отсылка на Киберпанк будет, наверное, я думаю, скорее всего. Ну-ка, давайте посмотрим. Мне очень интересно, какая песня будет. Ну-ка, почувствуйте-то. Бля, только... Реально, что такое с космосом, такие вот мотивы, понимаете, да, типа будущее. Да-да-да, ну-ка, погромче-ка, погромче-ка, другой. Circles. Маркун, видимо, любит дабстеп, я хочу сказать, что такие левел предлагает. Так, знаете, вот ебошь, хорошо. Нормально, хочу сказать. По танцевальную песню трудно придумать историю, поэтому я не буду делать этого. Но хороший этот графон, вот видите, опять же, переливается текстура. Выглядит живенько, живенько, натуральненько. Маркун, лайк. Ты предлагаешь крутые уровни, мэн. Я хочу тебе сказать, у тебя все ловолы были крутые на сегодняшний день. Ты крутой, мэн. Артёк и ТВ, Андрей Телепнёв. Вы не оставайтесь в стороне. Вы крутые, я тоже, мэн. Ладно, так можно вечно петь, я хочу сказать. Но реально, ваши уровни были все сегодня крутые. Мне, в принципе, сегодня, ну, парочку уровней, конечно, были такие себе, но, в принципе, нормальные все были уровни, поэтому я хочу сказать, что вы сегодня постарались на славу. Спасибо за такой крутой уровень, переливающий LDM, я хочу сказать, Маркун, ты сегодня действительно хорош и сделал сегодняшний мой день. Спасибо. Дорогие друзья, не оставайтесь в стороне, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, конечно же, колокольчик, шер обязательно делать, потому что сейчас очень туго с рекламой заблокирую. А я, так как я проснулся, трухана, тут мне нужно похавать, поэтому что, как бы нужно заканчивать выпуск, я пойду кушать и желаю вам тоже отожраться хорошо, я, может, даже пиццу закажу, что мне-то, хочу, может, захавать что-то, я еще тут недавно после похудения решил опять набрать немного, ну ладно, это мои личные вещи, в принципе, давайте-ка мы заканчивать выпуск, спасибо за просмотр, опять же, хочу сказать, всем до скорого и всем пока-пока.